Здравствуйте! Вас приветствует канал Liga Music Wars. Сегодня обзор у нас на питомца, одного из моих любимых. Это Чужой. Первый раз Чужой появился в апреле 2014 года с акцией «Инопланетное вторжение». После чего он был проапгрейжен, ему добавлен один еще дополнительный навык в октябре 2015 года. Сама основа для персонажа взята из соответствующего фильма Ридли Скотта. Облик Чужого и интерьеры инопланетного звездолета создал знаменитый швейцарский художник Ганс Рудольф Гигер. В 1977 году он выпускает альбом под названием «Некрономикон Гигера». Именно эта книга, в которой были собраны изображения биомеханических чудовищ, и вдохновила Ридли Скотта. Давайте пройдемся по навыкам. Первый навык, который вы получаете на нулевом уровне, это кислотная бомба. Кислотная бомба наносит 220-250% урона от силы самого питомца. Если вы прокачаете питомца хотя бы до первого уровня, вы получите челюсти. Шансом 60% он атакует противника, выдвигающийся целью, нанося 260% урона от своей силы и заражая его. При этом 4 хода противник будет терять свои жизни от урона самого Чужого. Если вы прокачаете Чужого до 5 уровня, то вы получаете адаптацию. Пять раз Чужой сможет после атаки на него вылечить 25% своего собственного здоровья от максимального количества жизней. И если вы прокачаете питомца до 8 уровня, то вы получите инфицирование. Шансом 70% инфицирует врага паразитом. Во время борьбы с инфекцией талант зараженного увеличивается на 50%, но однако после 3 ходов наружу вырывается паразит, забирая 35% от текущего здоровья, но не менее 20% от максимального. И, конечно, последний, основной навык, введенный в октябре 2015 года – Мамалити. Шансом 25% вызывает королеву чужих, которая уничтожает любого вражеского питомца и увеличивает силу чужого на 45%. На 50%, можно сказать, увеличивает саму силу. Давайте подведем итог, кто же все-таки такой Чужой. Давайте распределим его навыки по атаке, защите и поддержке. Первый навык – кислотная бомба, непосредственно атака. Выдвижная челюсть – тоже атака. Инфицирование, тоже атака. Адаптация, защита, но защита самого питомца. И мамалити, тоже атака. И мы получаем 4 навыка на атаке, 1 на защите. То есть этот питомец чисто атакующий. Я ставлю ему 8 из 10 баллов. Для быстрого уничтожения противника советую всегда держать этого питомца у себя в инвентаре. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будут новые видео и новые обзоры. Всем счастливо. Пока. Are you
Вот мы!